Доброе утро, уважаемые зрители. Сегодня вам представим схему на 10 ионисторах. Вот она. Итак. Значит, как мы делаем? Ставим. Тут, значит, у нас будет сейчас у меня в наличии 10 ионисторов. То есть при полном их заряде будет 27 вольт. Вот они. От ионисторов, значит, мы запитываем вот минус. Сюда идет на мотор. Так. Минус на мотор идет. Далее. Плюс. Вот плюс с мотора идет на реле. Плюс с ионистора идет на реле. Вот тут вот контакты открытые. Открытые. Дальше. Тут вал. Тут генератор. Дальше. С генератора вот этот мотор, значит, открывается, когда здесь мотор этот закрутил, крутит генератор. Генератор поставляет ток. Начинает поставлять ток. Один конец его, минус, идет сюда сразу, напрямую. Тут соединяется. С ионисторами, ну, напрямую. А второй конец на реле. Здесь отработало секунду, допустим. Закрылось. Закрылось. Открылась сюда, через секунду пошла зарядка на ионисторы, вот сюда, с генератора, вот так вот. Но здесь получается при выходе, когда подаешь 27 вольт, я это замерял, показывал ролик, получается 55 вольт. Значит, сюда ставим, это самое, потребителя, глушим напряжение до 27, ну там посмотрим, сколько будет ватт. По подсчетам 130 ватт, то есть глушить до, поставить на 30 ватт, тогда будет напряжение 27, ну может будет и меньше, ну посмотрим. В общем, глушим, напряжение глушим до 27, и падает, чтобы ионисторы не спалили, и подаем на ионистор, без всяких вот. В чем отличие этих схем? На ионисторах нету никакой фигни, видите, мотор, генератор, ионистор и реле, все. То есть мотор, генератор, 10 ионисторов у меня в наличии, вот сейчас доску баланса привезут, подпаяем, ну, уже заказали, и можно запускать, пробовать. Такая схема, если пойдет, в дальнейшем там можно отказаться от всех этих примителей и заказать еще, допустим, ионисторов, допустим, на 54 вольта. Тогда уже мы здесь на потребителе по такой схеме получим ватт 60, а если закажем еще ионисторов, уже 120. А если еще закажем ионисторов, допустим, чтобы было 100 вольт, сюда получим уже 250 ватт. Видите как? То есть зависит от ионисторов. Вот такую схему будем пробовать. Как только придет балансирована дочка. Сейчас вы можете ее проверить сами. Все, у кого есть запчасти. Проверяйте, выставляйте видео, что вышло. Может быть, вы поставите, так мне надо будет другую схему применять. Вот. На этом заканчиваю. До свидания. До новых встреч в эфире.